Налоговые инспекции города перешли на дистанционный способ работы. В целях обеспечения безопасности граждан в рамках предупреждения распространения коронавируса временно, до особых распоряжений, приостановлен личный прием граждан руководством управления Федеральной налоговой службы России по Челябинской области и налоговых инспекций. При необходимости обращения в управление или в инспекцию предлагается воспользоваться интернет-сервисами, обратиться в ФНС России, личный кабинет налогоплательщика или направить обращение по почте. Все обращения будут рассмотрены в установленные законодательством Российской Федерации сроки.